Удаленка удаленке рознь. Если вы человеку вводите на удаленку, но при этом на него сыпется бесконечное количество каких-то информационных, вводных, каких-то задач, он должен переключаться там и так далее. И мы отдельно об этом очень подробно рассказываем на курсе и помогаем этот вопрос как бы наладить и отладить. Ну вот. Но если у него это переключение многозадачное происходит, то неважно, где он у вас находится, но на удаленке просто он быстрее сойдет с ума. Вот. То есть в значительной степени важно еще, как вы организуете, значит, работу на удаленке. Если на 67% увеличивается вовлеченность человека в работу, на 67% увеличивается вовлеченность, если он может в единицу времени решать одну задачу, его никто не дергает. Вот. И это то правило, которое вы должны знать, когда вы отправляете человека на удаленку.